Звуки взрывов этой ночью разбудили жителей сразу нескольких микрорайонов городского округа. В небе над Химками сработала система противовоздушной обороны. После атаки беспилотников больше всех пострадал частный дом, который вы видите за моей спиной. По словам очевидцев, взрыв произошел прямо над ним. Осколками повредило крышу, стекла и стены здания. Разрушения есть и у соседей. Сломаны оконные рамы, ударной волной выбило стекла в доме и на летней веранде. Вот и вот веранда вся была в пульках. А, это вы уже вытащили стекло, и она сейчас вот тут мы не вытаскивали, было? Там стекло и подмела тут. Одним из первых на место прибыл глава городского округа. Дмитрий Волошин лично провел подомовой обход и пообщался с жителями пострадавших домов. Был, приходил, обещал все помочь, восстановить. Все будет нормально, сказал. Восстановительные работы глава поручил провести не только в частных домах. В ближайшее время отремонтируют и здание пострадавшего торгового центра. Осколками беспилотного летательного аппарата зацепило и здание местного продуктового, и сейчас здесь зияет вот такая дыра. Ударной волной осколки бетонной стены отбросило на несколько десятков метров. Хорошо, говорит Масис Сивумян, что коммуникации не повреждены. Электричество и вода есть, можно продолжать работать. Узнал я утром, 6 часов проснулся, мне ребята видео скинули. Приехал уже 7 часов, здесь все было оцеплено, уже наряды, уже и следственный комитет, и прокуратура сразу мне со мной связалась по поводу ущерба. Ущерб небольшой, всего лишь банка краски. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сотрудники администрации округа проведут комплексный подомовой обход и зафиксируют все повреждения, чтобы восстановить дома в ближайшее время. Глава Дмитрий Волошин держит ситуацию под личным контролем. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.